воинами славными, хлеборобами щедрыми, ремесленниками умелыми, а еще людьми, дарящими огонек души своей. И горит огонек тут ярко в веках, озаряя теплом, светом и красотой. Добрый день, дорогие друзья! Мы открываем праздничный вечер, посвященный награждению номинантов конкурса «Ветеранское подворье 2023». Добрый день, дорогие наши любители садов, огородов, дорогие вангородцы. На мой взгляд, замечательная традиция собираться в конце урожайного сезона, подводить итоги, ну и, конечно, проводить наш любимый, замечательный праздник «Ветеранское подворье». Я могу сказать, что я очень горжусь вами, потому что стараюсь ежегодно посещать региональный этап, областное мероприятие «Ветеранское подворье». В этом году всех гостей со всей Ленинградской области встречал город Волосово. На мой взгляд, наша делегация очень достойно была представлена и выставкой, и людьми, ну и, как говорится, своими достижениями в огородничестве. В 2005 году законодательство нашего правительства, нашей Единой России организовало этот проект. И в 2000 он начал распространяться по всей Ленинградской области, захватывая разные районы и расширяя их. Но мы разве могли остаться в стороне нашего города боевой? Конечно, нет. Мы сразу подсоединились, и с 2009 года мы проводим ежегодно это ветеранское подворье. И певцы, и пусть все знают, кровь в нас не остыла, мы просто супер!